За свободу не жалко и жизни. Житель Бурятии ударил себя ножом в грудь в отделении полиции. Инцидент произошел после того, как полицейские попытались задержать мужчину. В попытке избежать ареста он нанес себе телесные повреждения. Назначена судебная проверка действий сотрудников и их руководителей. 41-летний мужчина был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Уральские авиалинии заняли место Transair. Авиакомпания Transair приостановила полеты из аэропорта Байкал. На сегодня наблюдается нехватка как минимум еще одного перевозчика по маршруту Улан-Удэ-Москва. Аэропорт обратился к руководству авиакомпании Уральские авиалинии о добавлении частот на этом направлении. Партнеры откликнулись. Теперь Уральские авиалинии будут выполнять рейсы 4 раза в неделю вместо заявленных 2. В пригороде Улан-Удэ мотоциклист сбил женщину и скрылся. 17 октября водитель мотоцикла «Рейсер», не имея прав, следовал по автодороге Улан-Удэ и Волгинск. В селе Нижняя Волга на пешеходном переходе он совершил наезд на женщину и скрылся. В результате пострадавшая женщина с тяжелейшими травмами была отправлена в больницу. Нарушитель задержан, обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.